Словами современных поэтов поговорим о женщине. В первом стихотворении вы узнаете о том, как и из чего Бог создал женщину. Во втором стихотворении Бог создал женщину по заказу мужчины. Прослушав, вы обязательно узнаете, как был выполнен заказ и что в результате получилось. В третьем стихотворении присутствует предложение мужчине самому создать женщину для того, чтобы любить и быть любимым. После стихов вы услышите 5 непревзойденных цитат Омара Хайяма о человеке, счастье и любви. Бог создал женщину из роз, из гиацинтов и жасмина, из яркого сияния звезд, из бриллианта и рубина, из летних солнечных лучей, из кружевных узоров зимних, из грешных пламенных ночей, девственных рассветов синих. Бог создал женщину в любви. Лепил с восторгом, с наслаждением, любовь течет в ее крови, душа владеет вдохновением, дурманом майских вечеров, осенней тайной листопада. Бог создал женщину из снов, в которых воля и услада. Однажды Бога попросил мужчина создать ему объект его любви. Бог отозвался, выяснив причины, и создал женщину из плоти и крови. Немного света лунного прибавил и солнечным сиянием осветил. Во нрав он кротость голубя добавил, а стройность серны в стане воплотил. Создатель так увлекся над творением, что наделил ту женщину слезой. Вселил в нее он молнии мгновения, и легкость пуха он смешал с грозой, наполнил голос соловьиным пением, болтливостью сороки наделил. А в результате страстное творение Всевышний для мужчины сотворил. Бог жизнь вдохнул прекрасное создание, просящему отдал его заказ. «Бери и мучайся», — сказал он на прощание. Люби и береги, как Божий глаз. С тех пор мужчина – пленник и хранитель. Прекрасной смеси, отданной ему, он муж, любовник, критик и ценитель. А все вопросы – к Богу самому. Создайте женщину не из ребра, из меда, из перца острого и сладкого вина, чуть-чуть надежды, чтобы верить в чудо, чуть-чуть боязни, что уснет одна. Смешайте специи, немного кориандра, щепотку ночи и щепотку света дня, миндаль, корицу, немного амбры, воды прохладу. Из какого огня? Создайте женщину, запястья, шею, тело, чтобы оценить всю красоту суметь. Всю гибкость кошки, силу от пантеры, чтобы рядом с нею быть всегда хотеть. Улыбка, смех и легкость облаков, непостоянство, то печаль, то радость, немного тайны, и портрет готов. Добавьте ей ранимость, даже слабость. Создайте женщину, что сможете любить. Нет, не терпеть и не оставить рядом, а чтоб беречь и на руках носить, чтоб просыпаться ради ее взгляда, стать сильным и почти неуязвимым, из пепла свое сердце воскресить. Создайте женщину, чтобы быть любимым. Создайте женщину, чтобы любить. Омар Хайям говорил: как часто в жизни, ошибаясь, теряем тех, кем дорожим, чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим, возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаем. Кто нас так любит, обижаем и сами извинений ждем. Я думаю, что лучше одиноким быть, чем жар души кому-нибудь дарить. Бесценный дар, отдав кому попало, родного встретив, не сумеешь полюбить. Дарить себя не значит продавать, и рядом спать не значит переспать, не отомстить не значит все простить.
Не рядом быть не значит не любить. Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина. Сорванный цветок должен быть подарен. Начатое стихотворение дописано. Любимая женщина счастлива. Иначе не стоило браться за то, что тебе не по силам. Итак, мы окунулись в мир женщины и мужчины. А в следующий раз словами поэтов и великих людей мы поговорим о любви. До новых встреч!